Оніт Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин Волинського воєводства Польщі, був завідувачем ідеологічним відділом, секретарем ЦК Комуністичної партії України в 1990 і 1991 роках. Голова Верховної Ради України після серпневого путчу вийшов із компартії. Разом із Єльциним Шушкевичем підписав Біловезькі угоди про припинення існування радянського союзу. Перший президент незалежної України, одружений має сина Олександра, онуків і правнушку. Лені Макаровичу, добрий день. Я Добре, щасливий, я. що ми вже вкотре з вами зустрічаємося. Я сподіваюся, ні, я не сподіваюся, я впевнений, що в нас буде дуже цікава змістовна розмова. Є лише одне прохання до вас, оскільки зараз інтернет захопив вже цілий світ, і мільйони людей будуть дивитися це інтерв'ю в інтернеті від Сполучених Штатів Америки до Нової Зеландії. Я попросив би вас, щоб ми цю розмову провели російською мовою, як виключення. Чи можливо це? Можливо, я задоволений, тому що, власне кажучи, я поважаю настільки телеглядачів і всіх, хто буде дивитися нас, щоб вони краще нас розуміли, я буду говорити російською мовою. Леонид Макарович, я абсолютно розумію, що підводити итог життя, як Майковський говорил, якщо і те, що то, що прожив, да, рано. А, несмотря на пожилой возраст, как сказали бы в советское время, вы прекрасно выглядите, и я уверен, что у вас еще очень много чего впереди. Тем не менее, я уверен, что вы часто вспоминаете себя и в детстве, и в юности, и в более зрелом возрасте. Какие периоды жизни или какой период жизни был для вас самым счастливым? Конечно, самым счастливым у меня были студенческие годы. Во-первых, это изучение Киева. Я впервые из Западной Украины, вернее, из Ровенской области, приехал в Киев. До этого в Киеве не был. Для меня он произвел ошеломля ошеломляющее впечатление. Вот я действительно днями после лекций, вечерами ходил по паркам, смотрел Владимирская горько, Потом я вспоминал, когда жил уже в общежитии. Этот период самый счастливый. Это был период познания науки, познания людей. Это был период становления. А я еще в мы изучал политэкономию. И уже когда поступил в университет, то у меня группа политэкономии, это называлась партийно-политическая группа. И поэтому тут где-то было так, партия, история и наука. Вот как тут сочетать, что первое, что второе, что третье. В эти годы я женился, будучи студентом на Антонине Михайловне, живем до сего времени. Сколько лет уже? Ну, вот 60 лет скоро будет. Да, дети, внуки, правнуки. Ну, а потом в те времена была целена. Я поехал как отличник, тогда еще Тоня, сегодня Антонина Михайловна, тоже поехала на Селину. И после Целины, собственно говоря, мы очень сошлись и ближе, ближе познакомились, и потом свадьба. То есть это было время очень счастливое для меня. Видите, как интересно, другой бы на вашем месте сказал, самый счастливый период – это когда я стал президентом. И в этом ваше отличие от всех остальных. Это был период очень ответственный, но не счастливый. Правда ли, что в детстве, я совершенно недавно узнал случайно это, вы хотели стать летчиком и даже поехали поступать в летное училище и проходили испытания на центрифуге? Да, это был период не в детстве, а когда я учился в техникуме угу. в Роинском, торгово кооперативный техникум. И пришли к нам военные и начали агитировать за вступление воинские, у... военные училища. Инженерно-авиационные, да. да, они так называются. Вольское. Угу. Вольск. Был такой город Вольск в угу. России. Вольское инженерно-техническое летное училище. И не посмотрели так на всех. Я выглядел ну, неплохо, собственно говоря. Худенький, Крепкий был такой мальчик. И они сказали: вот мы бы были, если бы ты согласился, мы бы тебя рассмотрели. Так, mm -hmm. так говорили, рассмотрели. Но я сразу воспрял духом такое ко мне отношение, летчик. Но тогда не знал еще, что это такое, конечно, да, из села мальчик, и вдруг yes. такой лед, лететь в небе на самолете, я никогда же не летал в жизни. Ну, я согласился. И меня начали испытывать. И вы поехали в Вольск? Нет, это в Львове. Угу. Была эта центрофуга. Вот меня начали испытывать. И я прошел ее. То есть, ну, очень сложно там, когда раскручивают вот так. И останавливают. В общем, ты теряешь ориентацию. Ориентацию в пространстве. Но я выстоял. И уже приехал в техникум. Собрался, как говорится, заканчивать эту ненужную мне торговую, финансовую учебу. И был у меня э, руководитель группы нашей э, Наум Израилевич Вольф. Страшное парня. дело. И он пригласил меня, видит, что я в таком состоянии эйфории. <как> Говорит, Лень, тебе не надо туда идти. Я говорю, как? Я был просто ошарашен. Я говорю, почему? но ну, умер И он мне рассказал, что я настолько хорошо знаю политэкономию, и что у меня такая перспектива по стези этой науки, что мне не надо этой техническое летное училище. Там ты ничего не приобретешь. Я, я недалеко жил, большой житель, это недалеко от Ровно. Я поехал домой, посоветовался с мамой. Мама была сторонницей Научились. училища. Ну, форма, красивая, уважение. Деньги. Деньги. Тогда да. Студии, да. Эти, летчики получали, получали очень большие деньги. Почет, уважение. Да что -то. Мама, я летчика люблю. Да, да. Потому что песня была всем да. известна. И я маме сказал, что вот Новому Израилевич, я говорю, а что он, говорит, понимает? И я говорю: ну, мама, ну он лучше понимает нас с тобой. Он говорю, взрослый закончил университет. А он как раз закончил Киевский университет. Это же, факультет экономический. Ну, как ты знаешь. Я возвратился ровно. Мы с ним поговорили. Еще раз я сказал все. Я написал заявление, что я отказываюсь и остался учиться в технику Потом, извини, у меня было еще с ним один разговор, когда я закончил техникум. Ну, а тогда было так, кто, попа кто хорошо учится, ее записывают в пятипроцентный выпуск, угу. то есть тех, кто на отлично учится. И я пятипроцентный попал. И сразу при, э, меня уже освободили от работы. Можешь учиться дальше. Я избрал Львовский торгово-экономический институт. Он снова мне сказал, Нет, поступай в Киевский, там, где я учился. И я его послушал. Потом президентом станешь, да. сказал Новым Израилевичем. Наверное, он так думал. Вы знаете, Леонид Махарович, я хорошо представляю, вы воспитаны были в духе пролетарского интернационализма. Вы были главным идеологом Компартии Украины. Вы изучали Ленина, как вы мне однажды говорили, дважды с карандашом в руках. Да, То есть это я правда. думаю, что никто в Украине так не знал Ленина, как вы. Не знаю, но я, но я изучал хорошо. Вы впитали в себя дружбу народов, в частности российского и украинского народов. Я не сомневаюсь абсолютно искренне. Могли ли вы представить в страшном сне себе когда-нибудь? что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война? Никогда не мог. И в юности, и уже когда работал в системе партийных э, э, органов, общался, я же общался, ну встречался и общался с Брежневым, с Черненко, с Андроповым, с Горбачевым. Ну, со многими общался. Я потом скажу, почему я называю эти фамилии. При всем, при всех сложностях, которые были, и не всегда уважительное отношение к Украине, не ко мне лично, не всегда. Сверхне такое, да? Да, да. Угу. Ну, в общем, Патриций и Плебей, угу. вроде вот где-то так. Я никогда не опускался до того, чтобы подумать, что Россия, российский народ… Российская интеллигенция uh -huh. может взять на вооружение философию убивать своих младших братьев. Как они считают, что мы же младшие братья. Не мог это допустить. Уже когда стал президентом, когда подписал Белов... Беловежские соглашения, у меня была такая интересная беседа с Ельциным. Ужинаем мы вдвоем. Ну, выпили по рюмке, так как, как всегда. А где по рюмке, там по второй? Ну, как было, я уже не помню сколько. Но выпили и говорили о разных вещах: об отношениях, о будущем, СНГ и так дальше. И я уже собираюсь домой. Говорю: спасибо, Борис Николаевич, мне уже надо лететь. Он говорит: да, я знаю, надо. Ну, еще один вопрос, давай обсудим. И так смотрит на меня. Вы на ты были, да? Нет. На «вы», на «вы». Вообще я на «ты» не обращался <гум> никому. И никогда не матерился. Я не знаю, как дома, но публично никогда. Матерный язык отсутствовал. Поразительно. Поразительно. Все думали, что он такой нет, очень уважительно, и не, под... и не применял Это изящной русской словесности. А говорит, Ленин Макарович... Вы действительно верите, так на меня смотрит, что Украина пойдет в Европу? Вот, вопрос очень сложный для меня. Я говорю, Борис Николаевич, ну, как мне не верить? Я, говорю, Я думаю, что и вы верите, потому что в Беловежских соглашениях написано, что каждый народ сам определяет свою политику, свой курс. Вот так говорю. Ну это, говорит, написано. Но в жизни, говорит, понимаете, говорит, сколько лет, а то было 300, кажется, 37 лет уже, мы живем под... с Переясловского угу. совета. Были хорошие, были плохие времена. Но вместе же, говорит, вот как это все разорвать, разрезать по-живому. Я говорю, Борис Николаевич, ведь же не идет речь, что резать. Речь о том, что Украина как государство, Россия как государство. Мы устанавливаем добрые отношения, ну, примерно уже такие, как между Канадой и Соединенными Штатами Америки. Ленин Михайлович, вы, наверное, думаете, что то я так считаю только. Нет, я говорю, я так не думаю, но думаю, в данном случае от вас исходит, поэтому uh -huh. я и говорю с вами. Пойдем, говорит, на площадь вот, Кремлевск. И вы укажете 100 человек, только чтобы не были иностранцы. Ну, русские, украинцы, там кого. Люди Советского Союза. И зададите им этот вопрос. Хотят ли они, чтобы Украина ушла курсом на Европу? Я вам, говорит, скажу, что 95 человек скажут, что они не хотят из 100. Я тогда сомневался. Но сейчас, после политики Путина, я понял, насколько Борис Николаевич был прав. Россия, ее интеллигенция. Россия 150 лет воюет. 150 лет воюет. Через разное время. Возьми сегодня горячие точки, которые мы знаем. И Карабах. Все и... связано с Россией. Там везде, в Сирии да. присутствует Россия. За это время сложилась интеллигенция войны, политическая интеллигенция агрессии. Угу и народ, который может все терпеть. Самым большим ресурсом, говорил Бисмарк, в России есть неимоверное терпение русского народа. Пусть в грязи, но империя. Это, ну давай, даже вот песни там, бродяга Байкал переходит о родине что-то поет, бродяга о родине mm -hmm. поет. То есть, для них родина – это все. Все, была бы страна родная… И нету других законов. И нету, ничего нет, страна, бродяга, любой человек, если рано о том, есть это все за родину, за страну. И вот это воспитали народ готовый терпеть и готовый поклоняться. Ведь же э, известная мудрость говорит о том, что диктатор может стать быстро, человек может стать быстро диктатором, когда есть народ для этого готовый. В России народ готовый постоянно. Смотри, вот я основные перечислю причины. Ну, терпение, я уже говорил, безграничное. Второе, церковь русская православная, кстати, и украинская православная, она не на первом месте во власти, а на втором. Царь был наместником Бога угу. на земле, то есть подчиненность веры власти. Православие самодержавие. Абсолютно. Да. да. Это второе, третье. То, что сделала коммунистическая и друг партия, вбив в голову идею патриотизма, но не интернационализма на первом месте, а патриотизма, хотя говорили патриотизм, интернационализм, они вбили в голову людям, что только они правильно живут, все остальные неправильно, что сегодня в России. Европа уже разложилась, они рассказывают своим... Да, разложилась. Вот они, у них даже эти однополые браки. Мы, Россия, стоим на морали, на защите высоких ценностей. Поэтому нас все бьют, против нас все выступают. Объединяются. Объединить а мы защищаемся. То есть, такой народ готовы очень быстро, имея интеллигенцию, которая бездумно поддерживает власть. Ну вот возьмите да. сейчас Донбасс. Ну, за редким исключением, несколько островков смелости, среди которых было немцов, а все остальные за. за. Письменно за. Поэтому имея такую интеллигенцию, такой терпеливый народ, имея такую историю и таких вождей... И крылатые ракеты. Тем более, тем более. Любой человек может быстро стать диктатором. А тем более, если у него задатки Владимира Владимировича Путина... И школа. и школа КГБ, то это делается очень быстро, о чем мы наблюдаем сегодня. Я хотел бы поговорить немножко о Крыме. В Соединенных Штатах Америки в городке небольшом Провиденс живет сын Никиты Сергеевича Хрущева Сергей Никитич Хрущев, да. которого я был в гостях. Он не просто сын, он человек, который был с Хрущевым много лет рядом, которому Хрущев диктовал свои воспоминания и с которым он делился сокровенными мыслями. Да. Сергей Никитич сказал мне, что Крым не просто так Хрущев отдал, что это был какой-то жест с его стороны в сторону Украины. Нет, он отдал его потому, что Россия с Крымом не справлялась ни энергетически, ни финансово, никак. И, насколько я слышал, Хрущев просто требовал от Кириченко, тогда первого секретаря ЦК партии Украины, забрать Крым, а Кириченко сопротивлялся. Это правда или нет? Это правда. Я снова возвращаюсь к своим студенческим годам приехал в Киев, ну, а моря тоже никогда в жизни не видел. И группа ребят говорят, поедем на поезд в Одессу, посмотрим море. Приехали в Одессу, пошли на берег, а воды нет, одни медузы. Такое бывает, потом я узнал. Да, да. Когда... Кисель. Те же говорят, а тут говорит, Крым недалеко. Это был 1953 год. А Крым пришел в Украине в 1954 году. То есть, это лето было? Лето, да. да. За год до... Сталин умер, а вы не грустили ездили на море. То есть, да, получается... Уже, лето было. Да. Уже, что умер. Отгрустили. И мы сели снова на... Кто на... Да, сели уже не на поезд, а на машину. Угу. На попутную. И поехали в Крым. В район Севастополя. Угу. Не Ялты, а Севастополь ну, голодные, надо что-то поесть, там смотрим, живут какие-то люди. Мы зашли туда, представили, что мы студенты. Дмитрий Ильич, я такой бедноты там не видел. Когда мы там побыли немножко, начали сходиться с другими людьми, опухшие. Мы спрашиваем, что такое. И их заедали москиты. Они все с Орловской, из Брянскую из других областей, они не знали, что это такое. Они плачут, мы тут не умеем жить, вот так-то словно не умеем, потому что они не знают, как производить ту продукцию, которая растет в Крыму. Второе. Ни воды, в магазинах ничего нет. Это то, что я видел в 1953 uh -huh. году. А потом, когда в 1954 году уже случилось, и когда в ЦК я уже принимали мы решение о крымских татарах, угу. вот после возвращения, вот это все, я нашел записки от Жубея. И он описывает, что происходило 50... в начале 54 -го... не, в мае 54 -го года. Хрущев с ним приехал в Крым, потому что эти, я-то понял, эти люди писали постоянно письма. В ЦК. Хрущев, забери нас отсюда, они тут не могут жить. Хрущев приехал, они к нему высыпали навстречу, пишет Аджубей, и начали от него требовать забрать их в Орловскую туда, где они жили. Где, где нет где, москитов. Ну, где бульба растет хотя Хрущев, не останавливаясь в Крыму, Поездом, специально mm -hmm. он едет в Киев. Тогда был секретарем первого МЦК Кириченко. И зашел к Кириченко и говорит, что вот такая ситуация, я считаю, что Украина должна взять Крым себе, так как у вас Херсон, там другие люди знают, как вести хозяйство, чтобы они ну, спасали Крым, вот так дословно. Кириченко говорит, нет. Ну, это же не шутка взять целую область, здоровенную. Бюджет, ты же понимаешь, планы да. это все. Надо Сами жить. тяжело живем. Тяжело живем. Да. Он начал сопротивляться. Он берет Кириченко в Москву на политбюро. И политбюро, это как КПСС, принимает решение до этих Решений РСФСР, Верховного Понятно. Совета. Ну, тогда Понятно. все сначала политбюро делали. Эти повторяли. Да. И политбюро Украины принимает решение принять Крым. Вот ответ на вопрос, когда говорят, нам подарили. Мы вложили за это время, так подсчеты показывают, за дороги, вода, там, каналы, санатории, санаторий, больше 100 миллиардов долларов больше 100 миллиардов. Это то, что известно. А сколько труда, а сколько всего того, что не считалось и не подсчитывается и не будет подсчитано никогда. Ельцин с вами говорил когда-нибудь о Крыме? Он говорил, что вот Крым все-таки наш, отдайте нам Крым. Он не говорил отдайте, но он говорил, что Крым – это Россия. Говорил? Да. И Горбачев говорил. Почему я говорю, что я говорил со мной и мы? Они все разные люди. Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов. Ну, совершенно разные люди. Но в одном они одинаковы. Империалисты. Они должны не отдавать, а забирать территории. Не через дискуссию убеждения, а если надо, силы. Вот пример с Крымом. То есть они все считают, и сегодня. Ну, как считают, Путин официально заявляет, что Украина неестественное государство. Он так и напишет. Неестественное государство. А Казахстан вообще не государство. Да. И как таковой, говорит, он, оно не имеет перспективы. И Европа говорит, зачем вы с ними связываетесь? Они же не перспективные государства. С нами надо работать, а не с Украиной. То есть Ельцин тоже был имперским, великодержавным российским Абсолютно. шовинистом. До единого все. Повторяю. Там других нет. Тогда такой вопрос. При Ельцине могло случиться в отношениях Украины и России то, что случилось сейчас? Нет. Ельцин ⁇ империалист, но он очень понимал, что можно, а что нельзя. Вот так. Где граница, которую можно переходить, а которую нельзя? С Ельциным можно договориться. Один мой разговор с Ельциным по телефону. Черноморский флот. Да. Ну, тема очень сложная. Чёр, на, чёр, э, в Севастополе и в прилегающих местах Балаклава, где, где сосредоточен флот, началось очень опасное движение. Непонятно, кому служит флот. Мои коллеги и Верховный Совет, в том числе говорит Леонид Макарович, они находятся на территории Украины. Черноморский флот. Нет никакого документа, договора о том, что российский Черноморский флот базируется, как это принято в международной практике, на территории Украины. Наша земля значит наш флот. Надо подчинить флот Украины. Проведя консультации, я принимаю решение и издаю указ о подчинении всего Черноморского флота. Украинскому государству, не говоря с Ельциным. Перед Нет. Этим. Ельцин узнал об этом, принимает свой указ о подчинении всего флота России. Понимаешь. Да. На флоте чуть ли не бунт начали поднимать георгиевские знамена, но поднимали и украинские. Больше то один из кораблей. Поднял украинский флаг, двинулся на Одессу из Севастополя. По нему открыли огонь Ух ты. реальными снарядами, не просто болванками. То есть начиналась обстановка близкая к конфликту, очень близкая. Я звоню, узнаю информацию, звоню Елису. Говорю, Борис Николаевич, вот такая ситуация. А вы что, говорит, думали? Я говорю, я думал, что будет все хорошо, что мы с вами подписали соответствующие документы о своей помощи, о дружбе и так дальше. У нас подписано, говорю, с Россией договор. Ну, а вы что предлагаете? Я говорю, что надо что-то делать. А вы что предлагаете? Я говорю, Борис Николаевич, есть, на мой взгляд, выход такой. В один день, в одно время, мы одновременно с вами принимаем, я, свой указ, вы свой, свой... Отменяем. Отменяем свои указы. Но он, вот, если бы я так позвонил, или Порошенко, во-первых, его э, Путин не стал бы слушать. Не стал бы абсолютно. Только он, он сразу открыл бы огонь, если, скажем, такое сделал. Ну, такая ситуация, угу. и был президентом. Ну, и время другое все-таки было. Через 10 минут он уже мне звонит, Борис Николаевич. Говорит, я согласен. Мы отменяем указы. Принимаем общее решение за двумя подписями о назначении командования Черноморским флотом за подписями двух президентов. Это уникальный случай. Интересно, да. То есть, я к чему говорю? Что Ельцин, во-первых, с ним можно было говорить, ему можно было доказывать. Он э, понимал, что конфликт над, в данное время, в то время, скажем, это могло мог быть очень, очень тяжелым. У нас же было ядерное оружие на территории Украины, 165 стратегических ракет 1800 чем-то боеголовок, слушать. Да. Это же только на Украине. Поэтому а, а, с Путиным говорить нельзя. Он диктует, они говорит. Он декретирует, они советуются. У него все под главным лозунгом: Россия требует. И это надо делать. Они а же не покорение. Покорение Сибири, покорение. Даже к миру у них называется. Принуждение, принуждение. Да, да. То есть терминология, а Гегель говорил, что терминология – суть философии и мышления, так вот это мышление имперское. И суть та же. И суть та же. Я вас хотел бы спросить не просто как первого украинского президента, просто как президента, то есть как человека, который единолично брал на себя ответственность за судьбу целой страны, народа и государства. Ситуация с Крымом. Вот мы хорошо помним, как развивались события. Митинги под стенами Верховного Совета Крыма, референдум. Украинские военные, которых было очень много на полуострове, говорят, дайте приказ. Где же приказ? Им говорят, ждите, не волнуйтесь, скоро будет, ждите, 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 и отдали Крым. Сегодня уже обнародовали недавно закрытые документы да. заседания СНБО, из которых стало понятно, что высшие украинские должностные лица не хотели отстаивать Крым. Но мне и до этого говорили, что Нарышкин позвонил Турчинову и сказал, что если вы будете оборонять Крым, два там, батальона или дивизиона ВДВ спустятся на Крещатик, перебьют вашу власть, чертовой матери, и мы будем в Киеве. Насколько это реально? И что бы делали вы, как президент? Вы бы обороняли Крым или отдали его точно так же, как отдали его те, кто были у власти тогда в Киеве? Вы знаете, тут надо немножко посмотреть чуть-чуть в историю власти. Вот обычно власть идет, или люди идут к власти – воспитывая кадры власти, воспитывая партию, проводя системные... Селекцию. Да. То есть они готовятся к власти. Иногда это занимает много времени, но готовятся. И придя к власти, у них есть опыт, у них есть люди всех категорий, и гражданские, и военные, они, они могут взять власть и тут же создать команду. Что произошло у нас? Власть на этих людей упала как с неба. А точнее, на них эту власть бросил Майдан. Вот так. Потому что они пришли на Майдан и надо им вот, дать должное красноречиво. Красиво говорили. Красиво. Порвали много на себе рубашек. Еще куски, наверное, где-то тряпки валяются. А тех, кто начинал, власти не взяли. Потому что они поняли, эти же имеют опыт. Это правда. Если же Порошенко был министром иностранных дел, министром экономики, секретар СМБ, Совета. Да. Со всеми президентами работал. Со всеми, кроме со мной не работал. Я Ценюк председателя Верховного Совета, то это министр... Где и... только не был. Где только не был. То есть, они понимали вкус, как говорил Хрущев, власти. И терминология была очень патриотично, глубокая, я бы так сказал. А когда взяли власть, и надо было принимать решение людей, воспитанных системно, от а до я, не было их сейчас, их нет. Поэтому решений некому было принимать. Ведь же это очень сложное решение. И вряд ли может принять это решение один человек, не получив соответствующую информацию, не, на, не нарисовал прогнозы и последствия этого всего. Но Нарышкин позвонил. Нарышкин эмоционально мог сказать – сказать, если это сделаешь, я тебе... Нет, он передал от Путина эти слова. От Путина, это вообще лучше. Значит, таким образом... Ну, если бы вам он передал это, коленки затряслись бы у вас? Нет, я бы ответил ему одно, единственное. Знаете, все, я на своей земле, в своей стране буду принимать решения, которые я считаю нужными. И какое бы приняли? Я принял бы решение защищать Крым. Во всяком случае, не уходить из Крыма я никогда бы не дал команды Крыму не обороняться, не стрелять, как была дана uh -huh. команда. Они эти приходят, плюют в лицо, а uh -huh. не стрелять. И наша команда называла это героизмом, что они не дают отпора, не поддаются и... на провокации. На провокацию. То есть тебе пришли домой, насилуют твоих женщин, а ты говоришь, нельзя, то будет провокация. Слушай, тут уже принимается решение, быть или не быть. Тут нельзя. Это ты, ты должен знать последствия. Если ты это сделаешь, дальше как снежный ком. Что и произошло. После Крыма стал... Донбасс. Донбасс. Я понимаю сложности этого решения, я повторяю. Вы понимаете, что там много контрактников было в армии нашей, которые да. жили в Крыму, что они массово предавали Украину, переходили. Абсолютно. Перепелили. Я понимаю, что там было спецслужбисты, я понимаю, да. что там был Черноморский флот, и они тоже имели там свое войско и так дальше. Но, в принципе, даже если сдать Крым, ну, я думаю, что мы не устояли бы. Все-таки не устояли бы. Не устояли бы. Угу но сдали бы Крым с боем, это означает, что мы защищали Крым. Теперь во всем говорят, они ее не защищали, что вы хотите? Чего вы не защищали. Ведь же в мире говорят, что не было никакой защиты, просто ушли и все. Теперь хотите возвратить? что ушли? То есть сам факт сдачи, в таком варианте, как Бозорный. это, это нехорошо. Как нехорошо, скажем, сегодня воспринимают военные в Донбассе. Когда по ним стреляют, а наши говорят, вы не отвечаете. Насколько верны слухи о том, что высшие должностные лица Украины получили якобы за сдачу Крыма без одного выстрела деньги в размере около 15 миллиардов долларов? Я думаю, что фантазия. Я думаю, что это фантазия. От кого? От России? Да. Я думаю, если бы это было сделано, на, третий, на второй день Россия бы сказала, вот они продали Крым. Они бы никогда эту тайну не держали. чтобы Тем более, не считаясь с Украиной как государством, называя власть нашу фашистской. Хунтой. Хунтой. Пришедшие к власти чисто случайно, все случайно. Продать Крым за 15 миллиардов и не сказать этому миру. Мы продали. Все. Тогда бы Украина как государство действительно не существовала бы. Те, кто продали бы Крым, для них это был бы последний день Помпеи. Крым без Украины выживет? На Думаю, ваш взгляд нет. Вот в таком политическом аспекте при таком политическом курсе Крым без Украины жить не может. Ее видит, вот видите, что они сейчас хотят. То превратить Крым в военную базу, то сделать туристическим местом, то такое. Они не имеют стратегии развития Крыма, потому что это, Украина – это пуповина. Вода, электро, все, все завязано. Я же не случайно привел пример 1953 года. Да. То же самое было. И будет то же, и же самое. И будет то же самое. Или туда надо, ну, скажем, ну быть такой богатой, как Соединенные Штаты, и сделать это Лас-Вегасом. И вбрасывать, и вбрасывать. То есть там ничего, там отдачи не будет. Туда надо только, как вы правильно говорите, убрасывать. Почему? Огромнейшие деньги превратить это в Лас-Вегас, так Лас-Вегасу надо еще люди Лас-Вегасские. А где же их взять? Вот. Где взять столько богатых людей, то есть открыть миру приезд, да, хорошее место, люди будут приезжать. Но тогда это уже не Крым. Я хотел бы задать вам очень важный вопрос, на который, имею свою точку зрения, хотел бы с вами посоветоваться. Донбасс, Крым, ну, в Донбассе, мы знаем, люди, жители Донбасса очень антиукраинские настроены. Да. Они ненавидят ни Украину, ни украинское. Все, что ну, Не связано. все, но В основном. Большинство. Причем подавляющее большинство, потому что те, кто любит Украину, кто мог выехать, выехали. Они уже выехали. Да. да. Не проще ли Украине сегодня, Украине, которая хочет в Европу сказать, хорошо, временно мы отказываемся от Донбасса и Крыма, мы забираем всех, кто хочет уехать оттуда на территорию Украины, строим им жилье, даем им работу, обеспечиваем этих людей и строим у себя красивую жизнь европейскую. И если вам, ребята с Донбасса и Крыма, понравится наша жизнь, и вы захотите назад, сравните со своей жизнью, мы подумаем, стоит ли вас пускать. Вы хорошо знали Олеся Гончара. Да. Олесь Гончар сказал, написал, вернее, в одном из писем, я специально процитирую. Угу. Донбасс Циракова-Пухлина, то ты его, киньте в пельку империи, хай подавится, бо метастазы задушать всю Украину. Вопрос такой к вам, как президенту, теперь как первому президенту Украины, к отцу украинской независимости, да. для которого э, сам факт сдачи хотя бы одного села, это ну, невозможно представить. Может быть, сегодня, чтобы сохраниться Украине, отдать Крым и Донбасс? Ну, это через один из самых сложных вопросов, который я э, получил от журналистов и от политиков за всю свою историю президентства уже с булавой и президентства без булавы. Вы знаете, я не думал над этим вопросом. Экспромт здесь может быть очень, ну, как говорится, неточным. Но я не могу... Попросить, дайте мне книги, энциклопедии, историю поизучать, это займет много времени, у нас передача идет в процессе, правильно? Поэтому я буду говорить экспромтом. Я думаю, что это слова Ханчара э, сказаны под давлением, а под влиянием эмоций. И простите, Иван Драч подтвердил мне эти слова и когда я выступил с тем что надо отдать он сказал и я так считаю то есть и драч так считает ну, ну они все же писатели они же оголенные нервную да. систему имеют они воспринимают сначала эмоциями потом разум прорабатывает эмоции в слово а потом слово бьет то есть тут логика понятна я же не писатель я политик значит что я скажу вот допустим мы должны истина всегда конкретная. Вот мы имеем Россию, которая официально, устами Путина, заявляет, что главная ее задача восстановить империю в рамках Царской России, даже не Советского угу. Союза. Значит, я считаю, значит, вот сегодня мы отдаем Донбасс. Договор, ну, соглашаемся. И Крым. Через какое-то время За Россия Одессой идет приходит. дальше. Мы обращаемся к Западу. Слушайте, помогайте, у нас уже хотят проглотить. И, ну, вы же отдали Крым, отдайте все остальное. То есть отдали Донбасс, отдайте и другой. Харьков, Луганск. Mm -hmm. Чего нет? То есть это Одессу, Одессу Херсон, Херсон mm -hmm. Миколаев. Запорожье. Это все же не говорят о Малороссии. Так отдайте это. То есть я это веду к чему? Нельзя никогда, ни при каких условиях отдавать хоть капельку своей земли. Для меня вопрос, или отдать землю, или умереть. Я выбираю последнее. Умереть. Потому что тогда народа нет, нации нет, истории нет, ничего нет. Выжженные поле для народа. Народ перестает существовать как субъект истории. Вот что опасно. Поэтому те цари, те деятели, которые, я не знаю, сколько веков назад, отдавали хорча клаптик земли, они были стерты историей с лица земли. Нельзя отдавать земли. Это не право ни президента, ни Верховного Совета. Вынесен референдум сегодня украинский этот вопрос. Я убежден, 85% а то и 90% скажут, не отдавать ни грамма земли. Нам тяжело, но мы должны это брать к себе. А если спросить людей на референдуме, готовы ли вы чтобы ваши дети, вы, ваши братья и отцы умирали, погибали за Донбасс или не готовы? Что они ответят? Как вы думаете? Ну, я думаю, большинство людей скажут готовы. Хорошо, я... Вот и... мне, подадут вопрос, моя семья все скажет готовы. Я поверну немножко вопрос да. в другую сторону. Ребята из группы Альфа, которые высадились первыми в зону АТО, Самыми первыми рассказывали мне, как их не пускали даже на ночевки в дома жители Донбасса. Они говорили, пошли вон отсюда, хунта, сволочи, хохлы и так далее. Да. Они столкнулись с такой тотальной ненавистью, с таким отношением к себе. И мы же видели, что, в общем-то, жители Крыма и Донбасса навязали Украине Януковича, да. навязали партию регионов. То есть эти люди, я не хочу обижать людей, но я говорю то, что я думаю, эти люди были гирями на ногах других людей, европейских по сути, которые хотели уйти в Европу и хотят. Я говорил с Тарутой, я спрашивал его, как могли жители Донбасса избрать дважды судимого зэка президентом. И он сказал, вы не понимаете менталитет, это русские люди в основном, которыми заселили Донбасс территорию. 800 тысяч человек, жителей Донбасса, или сами сидели, или сидели их родственники то есть там уже уголовная психология. Поэтому то, что они его выдвинули, он такой, как мы идентификация политика с собой происходила. Нужно ли Украине, нужны ли Украине эти люди независимой, красивой Украине? Знаете, я думаю, что если брать, вот скажем, Германию и Гитлера, да. Угу но более цивилизованные люди, чем в Украине. Они все бегали, женщины кричали, хочу ребенка от фюрера. Да. Готовы были умирать все. Я хочу сказать, что может сделать идеология и пропаганда человеку. Сегодня российская пропаганда это сделала с Донбассом. И не только с Донбассом. Мастерски. Мастерски. И делает это высочайшим мастерством, это вы правильно говорите при условии, что украинская пропаганда не может. Маем это, что маемо, как сказать, сказал классик. Да, соревноваться не можем даже. Поэтому я верю и убежден, что эти люди плод, результат этого оболванивания и глубочайшего, глубочайшего давления психологического, политического, идеологического. Ведь же верят в то, что в картинке где-то, говоришь, и едят ребенка. Детей едят. И распинают младенца. Да. То есть, я верю, что придет время, и оно долго не затянется, поверьте мне. Что придут. В России есть возможность. Придут люди, которые во всяком, вот эту, этот бред отметут. И начнут с нуля. И начнется. Да, будет тяжело. Бжезинский правильно сказал, что Путин сделал свое дело, он поссорил славянские народы. Особенно 40 миллионов тут украинцев и да, так Поссорил. Дети играются в войну, где врагом является Путин. Семьи разделились. Да. Семьи. То есть это будет тяжело. Абсолютно. Но терпеть этого народ долго не сможет. Потому что, ну, во-первых, он страдает не только экономически, а психологически. Ведь же зло, зло не может длиться ну, годами. Человек просто не выдержит, он с ума сойдет. Да. Поэтому придет время, и все повернется так, как должно повернуться, как мы. Понимаем, что надо жить, не надо говорить о любви, о братстве, не надо. Надо любить. Надо любить и надо уважать главное. Начнем с уважения, а потом придет любовь. Еще один вопрос о геополитике. В Закарпатье, вы знаете об этом, Венгрия массово раздает венгерские паспорта жителям Закарпатья. Да. Многие из которых говорят на мадярском языке. Да, я знаю хорошо. Буковина близка к Румынии. Румыния, да, тоже много районов. Где... Галичина близка к Польше. Да. Не может ли так случиться? И мы же знаем, что Путин, в общем-то, как говорят, сказал руководителям этих государств: "Забирайте себе по области, мы возьмем". Да, и, и, да, есть такая философия. Да. Не может ли так случиться, что Украина сузится вообще до нескольких областей? Я думаю, что допустить можно все допустить, но реально осуществить это невозможно. Не потому, что э, ну, Украина может сопротивляться и выстоять. Мы даже допустим, что со всех сторон пойдут на Украину и ее просто задавят. Пошматуют. Но, имея опыт Второй мировой войны, Первой мировой войны, имея опыт холодной войны, имея опыт опасности, пересмотра территории и границ, мир этого не позволит. Ни Польша, ни Румыния, ни Европа в целом, Союз, 28 стран. Который трещит по швам тоже. Трещит, но... Они, они трещат, но понимаете, у них запас прочности очень высокий. Потрещат, потрещат и... и, перестанут. и перестанут. И дерево снова начнет расти. Но когда у тебя нет запаса прочности, тогда трещи не трещи, а ты все равно упадешь. Вот они не позволят, потому что они будут думать о своем завтрашнем дне.